Вы смотрите новости МТРК. 9 мая в Казахстане отметят 73-ю годовщину Великой Победы. В эти дни в нашей стране традиционно поздравляют ветеранов войны, отдают им дань уважения и признательности. Как будут чествовать военное поколение в Северо-Казахстанской области, узнаете из следующего сюжета. До 73-й годовщины Великой Победы осталось 3 недели. Цветы, подарки и слова благодарности без внимания не оставят никого. Школьники разучивают военные песни и стихи, трудовые коллективы готовятся ко встрече почетных гостей. Принимать поздравления фронтовики и труженики тыла будут все майские дни. А накануне Дня Победы участники войны получат денежную премию от государства. У нас предусмотрены единовременные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в размере 100 МРП. Каждому будет перечислено по 240 тысяч тенге. Лицам, приравненным по льготам, предусмотрены выплаты по 5 МРП. Полностью на эти выплаты у нас в бюджете предусмотрена сумма 32,8 миллионов тенге. Кстати, по размерам соцвыплат в честь Дня Победы Северный регион в числе самых щедрых. Это, конечно, не 500 000, которые дарят ветеранам в Восточном Казахстане, но больше, чем в остальных областях, почти на 100 тысяч. Раньше помощь составляла 50 МРП. В прошлом году ее увеличили вдвое. Внести свою лепту в организацию праздника может каждый североказахстанец. 21 апреля в области состоится благотворительный субботник. Все заработанные средства направят на чествование ветеранов. Многие уже остались одинокими. Вот, и остаются под присмотрами или же престарелых тоже уже детей, или даже внуков. И поэтому с учетом этого стараются наши ветеранские органы учитывать это. И уже под это едут и привозят, может, теплые вещи, вот, шарфы, там, пледы, но продуктовые наборы обязательно. В 2017 году в Северном Казахстане День Победы отмечали 159 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом от нас уходят десятки свидетелей тех кровавых событий. Многим из них уже далеко за 90. Только за 10 дней апреля ушли из жизни 5 участников войны. Сейчас в Петропавловске 73. Тружеников тыла в Северном Казахстане около 9 тысяч. Традиционно в честь праздника их поздравляют, дарят цветы и подарки. Жансулу Тастемирова, Адиль Нуржанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК.